Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube-канала. С вами Артём, и мы продолжаем играть Judgment. Так, ну в прошлой серии мы свое поселение ЦП построили, фермерство мы начали производить активно. Илюшка у нас вон, не покладая рук, исследует. Это ему пока... О, шахтерство еще. Ах, какая ж... прекрасная вещь. Так, ребята у нас производят все, добывают, что надо, что не надо. Да, в принципе, все сейчас надо. Главное построить хлеб. Так, кстати, по поводу хлеба. Нет, вот это. Нужны доски для пшеничных полей. А сколько у нас досок? Сколько у нас досок? А почему досок нету? Доски никто не производит, потому что... А почему доски никто не производит? Кто у нас главный производитель? Кто у нас главный производитель? Строитель, Эрик. То есть ты строитель и производитель. Эрик, чем ты занимаешься, скажи мне? Ты идешь спать. Иди спи. Можно, конечно, его поднять, но нет, пока что не будем таким заниматься. Так, а по поводу вот этого давайте пока отменим. Сколько тут камня осталось? 11. Ну ладно, пусть он его долупит. И я хочу построить еще кровати, но для этого нужно 10 шерсти. Шерсти у нас нету, поэтому Эрик продолжает строить. И высыпаться у нас может только по одному. 69 очков исследований. Мы идем... Блин, куда бы пойти вообще? Враги приближаются. Точно, стоять. Приближаются враги. А можем пойти в мешки с песком и овцеферму. Кстати, мешки с песком. Укрытие 40. Шерсть, да ладно. Черт. Вот. Мусорные доспехи, кожаные доспехи. Стоп, это... А, это именно... Ну, там, да, там нужна шерсть. Без шерсти мы дальше все равно не уйдем. Ну, тогда шерсть изучим. А, все, продолжайте, добывайте. Как только ребятки подойдут, мы их размудохаем. У нас 3 лучника и 1 ближник. 130 секунд, пофиг. 18 в день идет у нас заметность. Слишком дохрена. Да, враги уже близко, я знаю. А плевать, откуда они пойдут, мы просто всех выделим сейчас. И если что, начнем мочилово вот тут вот. Так, да, я знаю, трубим тревогу. О, кого-то помочь надо, черт. Нападение. Да, мы готовы. Идут. Так, стоять. Ты сюда. Ты сюда. Так, кто у нас лекарь главный? Ты. Все. Так, мы... Что у нас? Тупо серо? Ну ладно, все. Ребятки, занимайтесь. Пошли спасать. Пошли спасать нового поселенца. Потому что надо, без этого сейчас никак. Нам нужны рабочая сила, руки. Да, хавки, конечно, будет меньше стоять. Так, что тут? Ну тут... О-о-о, вот эта штука прекрасная. Сейчас поселенца спасем, отряд увеличим. Так, погнали. Ой, сколько тут мешков с песком. Так. Так, идем дальше. С демонами мы вроде разобрались. Осталось только чувака найти. Он где-то вот здесь, наверное. Нет? Неужели он на полях? Ну, демонов мы перебили. Теперь они появятся только когда мы... Нет, он не на полях, значит, вон там. А теперь они появятся только тогда, когда мы сразим... Ну, когда мы начнем его освобождать. Он что, в самом низу, что ли? Да ладно. Ну, то есть, пока их не будет, что меня не может не радовать. Да, он здесь. Идеально, кстати, место. Так, давайте все сюда. Ты у нас покоцанный с палкой. Ну, ты с палкой будешь танковать. Ты, значит, идешь его освобождать, а ты танкуешь. Ты прячься сюда, а ты стой вот здесь. Сейчас демоны должны попереть со всех сторон. Так, стоять, танкуем сюда, быстро.
Давай, ребятки, я вас верю. А после первой орды... Опа. После первой орды вроде должно быть больше народа. Давайте посмотрим. Это у нас Элиза. Твою мать, Элиза. Так. У нее все в плюс. Скорость движения, скорость работы. А, черт. Медленная жесткость. А, урон, скорость работы. Скорость работы, конечно. Качок, здоровье, выносливость, сытость, урон, темное оружие. Ну, ладно, темное оружие, так темное оружие. А самый прикол, что пока мы спасаемся, на нас могут напасть. У меня так, когда я в прошлый раз снимал эту игрушку, у меня умирал обычно вот тот последний чувачок, с которым я был. Так. Все, мы ее спасли. Возвращаемся на базу. А, что у нас по отряду? А, ну у нас добыча, мы ничего не можем сделать пока что. Так, где наша мадам? Привет. Блин, стоп, зачем? Сделайте мне лук еще один и еще одну броню. Хлеб, ура! У нас уже есть хлеб. У нас уже есть пшеница даже. Сделайте мне по 10 хлеба максимум. Больше не надо. Так, брони у нас нет. А, броня есть на тебя, я не зря крафтил. Ну, пока с дубинкой побегай. Так, что ты у нас вообще можешь? По здесь. Ёб твою за ногу, она бесполезный кусок. О, ё-моё, блинский блин. Ну вот за пшеницу и строительство она будет бафы получать. Блинский блин, жесть. Все, давай. Иди. Добывай, создавай, исследуй. Так, ты сразу... Ой, вот это хреново, вот это хреново. Нам нужно срочно овцеферму строить. Нам нужно срочно строить овцеферму. А, печь нужна. Так, максимально давайте 20. Чтобы всегда было и там, и там. А чтобы печку построить, надо... Так, вот. Надо досок. Вперед. Она бесполезная, конечно. Ну, у нее все по минусам, но мы там, не знаю, вы до хрена его знает, куда ее вкачивать будем. Так, фермерство. Поздравляю. Ты более топовый фермер теперь. Я тобой горжусь. Это что, пшеница у нас? Да, сбор урожая. Полив. Так, можем создать? Да, наконец у нас есть печка. Все. Вот им приходится оббегать. Вот это минус. Ну, пока что так. Пока что так. Пока что так. Так, у нас кто-то из ребят вообще, я ему переместил каменщика. Нет. Вот так вот сделаем пока. Каменщик вот так вот будет. Все, погнал. Сейчас он дорубит вот это дерево и пойдет там добывать воду. Слушай, мне кажется, тебе надо... Так, как у тебя по доскам? А, ты вообще... Ладно, идет куда-то поесть, наверное. Иди дальше добывай. Это тебе не надо. Ты же все равно бесполезна во всех, блин, видах всего. Вот так ей сделаем. Ты сейчас куда идешь? А, ты же строитель у нас на первом месте. Хреновый строитель. Хреновый строитель. Она полностью во всем хреновая. Понимаете, во всем она ничего не умеет. Ну вот ладно, за ритуалы она будет получать... Давайте ритуалы ей поставим на второе место. За ритуалы она будет получать эти очки. Так, сохранение. За ритуалы она будет очки получать. Так, по 12 еды идет, неплохо. Еды у нас неплохо, кстати. 63 по исследованиям. Ну, тут у нас в броню, либо в броню. 240 надо. Мусорные доспехи. Тут у нас без книжки не обойтись. А в оружии тоже книжка, арбалет. Смола нужна. А смола добывается везде, кроме здесь. Ой, надо кирпичики поставить на производство. На производство надо поставить овощи. Да ладно, овощи пока достаточно, чё я парюсь. Воды надо побольше, а то у нас там питьё. Камень, лес. Леса больше надо вырубить. Вот этот кусок еще бы идеально было бы вырубить. Так, как у нас там по вырубке? На вырубка стоит у него, у Макса на первом месте, но ее нету, поэтому он воду добывает.
и тогда потом исследование и шахтерство. Исследование есть, что исследовать, как бы. Лома много. Лома у нас всего 23. А, по броне. По броне как у нас дела идут? До брони у нас не надо, как бы. Лук, вот давай 2. Кто у нас производством занимается? Кто у нас производитель в приоритете? Ты строитель и производитель, да? Производи давай. Торгаш пришел. Прекрасно. Прекрасно, пришел торгаш. И снова продать ему нечего. А, есть... Стой, да подожди, почему ты сразу покупаешь? Здоровье 100, уклонение 20, защита 2. Прикольно. Это сброс. Выживание получить для сброса всех навыков. Я бы броню взял, но у меня 23 лома. Я тут ничего не куплю на 23 лома. Консервов можно купить. Нет, нет. Пока что ничего. А раньше вот, ну, шахты нужны на кристаллы, поэтому... Металла вот много, очень хорошо. А, металл тоже шахта нужна, блин. Я бы подобывать хотел. Так, кто достроит печку? Строитель мой, никудышный. Может, достроишь мне печку? Ты у нас приоритет, у тебя вообще какой? А, так если она строитель, она за это будет производимую задачу получать опыт. Ну вот сытость, конечно. 121 пища, 86 еды. Ой, 86 воды. Стоп. Ну ладно, 200-150 сделаю, пожалуй. Замечательно, кто-то апнулся. Ага, это собирательство. Ну давай увеличим тебе его, продолжим в этом же духе. Прокачку. О, теперь вода будет прям люто быстро собираться благодаря нашей прокачечке. И Лиза наконец-таки требуется помощь. Еще один голодный рот. Угу. Еще один голодный рот. Кирпичи. Глины нету, черт. Так, добывай глину по максимуму. По максимуму прям добываем. Так, на карту погнали. Спасем поселенца. Два бесенка и один огневик. Не страшно. Что у нас? Да. Пойдем. Ты готов. Еще в отряд можем одного. Ну там в отряд можно кучу народу брать. Если не изменяет память, там пятерых вроде, шестерых, семерых. В конце 8 человек вроде можно взять. Так, у нас 3 лучника и 1 ближник. Ускоримся. Будем искать этого бесенка. Опа, вот он. А вот и наша нычка. Так, ты идешь добывать, а вы будете его защищать. Ты с палкой сиди здесь. А ты прячься за мусоркой. А ты прячься с этой стороны за мусоркой. Потому что я не знаю, с какой стороны демоны попрут. Нет, стоп. Ты сюда. Ты сюда. Ну, пока вроде все нормально идет. Просто теперь этим... О, замечательно. Так, валим отсюда. Просто этим отрядом теперь... Что у тебя по навыкам? Минус 50 уход за фермой, ну и хрен с ним. И здоровье минус 15. Луки то... Ну, да, не быть тебе у нас в отряде снайпером. Ну и ладно. Так, убили пару демонов. А с гончей, кстати, шкура падает, которая нам нужна. Так, стоять. Что у нас тут по заводам? Да как-то все плохо. Не, они пока что не готовы конкретно так мочить всех. Стоп. Или готовы? Может, готовы все же? Так. Сохранюсь поначалу. Ну, так, на всякий. Так. И у нас новая баба. Давайте дубину дадим. Брони пока никто не делает. Приоритеты. Занимайся оккультом. Когда... А, стоп. Вот так вот тебе сделаем. Потом оккультом занимайся. А мы попытаемся сейчас шмоточку выбить интересную.
О, жнецы, не, с этими я уже не пойду, там гончие. Эти ребятки. Ну что, давайте рискнем автобой. Да, что мы получили секретного? Бинокль. 38 воды, ни хрена себе. Так, пауза. Что это у нас? Бинокль. Нет, нет, подробнее. Бинокль. Дальность обзора плюс 4, цена продажи. Ну, такая безделушка себе. Давайте попробуем на гончих напасть. Тремя лучниками-то, думаю, мы справимся. Охренеть! Еще один бинокль. Жопа. Так, быстро на базу все. Охренеть, им наваляли. Почти. Ну вот-вот, видите, автобой против гончих. Зря. Что? О, левел ап у кого-то. Так, точно, скрытность минус 2 базы. Скрытность базы 20. Ну потому что народу много. Так, кто-то займется броней вообще? Мне нужна броня. Еще одна, два лука, палки. Все это производится. Так. Мне нужен производитель, конкретный производитель, который будет батрачить только на производство. Ты строитель и оккультист. Ты производитель и строитель. Все, в первую очередь вот так теперь будет. Кстати, у меня же на складе лекарства есть. Я знаю, как их делать. А, мне медпункт нужен для того, чтобы лекарство как раз-таки было где использовать. Медпункт мы еще не изучали. Да? Да, вроде медпункт мы еще не изучали. О, ферма, полив минус 10. Вот, медпункт есть, 120. Давайте ферму, полив возьмем. А потом уже займемся медпунктом. Так, по производству этого нам еще не скоро добыть. Коктейли Молотова. Да такая себе хрень. Так, по оккульту. У нас оккультом никто не занимается почему-то. Так, что нам библиотека дает? Оккультная библиотека. Ну, все правильно. Кто у нас баловаться оккультом будет? Угу, ясно. Пока что никто. Ну ладно, хотя бы так пусть будет. Воды 147, а у нас предел 150. То есть сейчас он, Макс, доделает воду, и потом пойдет рубкой заниматься. Если рубить нечего, значит пойдет исследовать. Как раз таки лом и все остальное. Неплохо, неплохо. Нулевые левлы, ну, скоро они прокачаются. Что тебе не хватает? Устал, иди спи. А, он уже спит. Так, очки исследования идут, оккульт очки не идут пока что. Ну, там кто-то начал и забил на это. Нужно шерсть. Где-то раздобыть шерсть и чтобы сделать кровати. Где овцеферма? Кирпичи нужны. Нужны кирпичи и доски, срочно. Срочно кирпичи и срочно доски. Рональд, ты куда идешь? Ага, ясно. Ты. Доски. Молодец. О, Милана начала оккульт очки получать. Вот это прелесть. Ритуалы. Ритуалы рано нам идти. Давайте начнем со стандартного оккульта. Ослабленные руны, ослабляющие. Длительность 30, точность минус... Ну, это можно накидывать на противников. Это тоже вот точность минус 50, скорость атаки минус 50. Давай, первые 10 получим. Хотя бы. Это, видите, на второй скорости. Быстрая добыча идет. Так. Все, оккульт. Найди святилище мастера эфира. Задание, да, я понял. Ну, оно на карте есть. Оно где-то вот в радиусе нашей базы. Ну, пока что мы этим заниматься не будем. Пока что заниматься этим не будем. Так. Посохи. Тебе посох... Стоп, как ты у нас вообще по навыкам? А, ты лучница. Нет, никакого посоха. Тебе лук. А тебе, наверное, посох выдадим. Хотя... Темное оружие. Ну да, у него темное оружие. Доп. Нам бы еще производить... О, щиты пошли. Давай щиты создадим. Один? А, ну да, досок нету. Эрик, что ты у нас производишь? Ты производитель прям, плюс 30. Кого производство максимальное вообще? Ну нет, тупо у Эрика. А остальное все как-то у всех хлипенько. По производству.
Так, а что, доски, что ли, фулом? А, дерева нету, ясно. Ха-ха. Прекрасно. Да, пока весь лом будем спускать. Да, древесинки, конечно, надо валом будет сейчас в данный момент. Кто у нас по древесинке, кстати, по производству древесинки? Так, очки исследований, древесинки. Да нахрен тебе очки исследований. Тогда вот сюда шахтер тебе поставим. А, вот у нас Макс деревом занимается. Еды валом, еды реально валом. Производство пищи прям идет люто. Слушайте, мне кажется, мне столько пищи-то и не надо. Вот лома надо, пищи-то столько зачем? Салатиков. Ну ладно, пусть будет. Пусть будет. Как и хлеб. Пока все идет прекрасно. 88 очков исследований. А культ потихоньку 20-60 идет. В арбалеты я не пойду. В производство коктейлей точно не пойду. Я лучше вот это вот вкачаю, чем в коктейли пойду. Либо медпункт. Нет, медпункт следом. Надо еще один дом строить уже. Я смотрю. А, дерева нет. 30 дерева надо на один дом. На маленький 15. А смысл в декоре? Вообще не понимаю. Чтобы в поселении неплохо было? Да ну нафиг. Жалко, ресурсы нельзя между сохранениями передавать. Там-то у меня снайперы, там у меня все, но фиг с ним. Так, что у меня на складе по камню? 13-13? Для кирпичей подойдет. Очень важно будет для кирпичей. Тем более, все равно чистить территорию надо, чтобы шахты. Шахты. Вот это вот место лучше не занимать. Тут будут шахты по добыче алмазов и всего остального. О, кстати, еще камушек. Еще камушек и еще камушек. Вот. Шахты по добыче алмазов. О, это будет что-то с чем-то. Так, 102 очка. Да, шахтерство в основном. Где у нас там? Это нет, в производстве. Вот она у нас. Нужно одну исследовательскую книжку найти. Что, в принципе, сложно. Потому что, чтобы найти исследовательскую книжку, мне надо найти библиотеку. А библиотекой пока тут и не пахнет. Плюс ребят надо всех вкачать, чтобы они могли более-менее хотя бы за себя постоять. О, бинокли. Дальность обзора плюс 4. Вот, Кеуп, это означает, что они у нас в нашем отрядике. Но бинокли, я не знаю, смысл есть какой-то им раздавать. Так, тебе, кстати, броню надо раздать. Да как-то, блин, не знаю. Ну давайте выдадим. Стоимость, цена... Нет, цена продажи 32. Я лучше продам их потом. Потому что они мне сейчас робут бесполезные абсолютно. Так, Максимка, чем ты у нас занимался? Ты у нас либо дровосек, либо водонос. Ну, воды пока нормально. Ну, дерево добывай. Дерево у нас вообще... хреново по дереву, один. Оно все в доски переходит, сразу же просто. Ага, ты глину добываешь. А, ты же у нас этот. Нет, стоп, ты нормальная. А культ очки у тебя пойдут потом. Хреново, что она одна всем занимается. Но ладно, пусть занимается. Хоть кто-то. Так, давайте ускоримся. На максимум. У нас 20 заметность базы. Нас так разложит однажды, если мы не поторопимся. О, требуется помощь. Нас шестеро, седьмой человек нам пригодится. Погнали на карту. Где он? А, вот он. А, неплохо. Погнали. А, в отряд мы можем... А, уже под... поздняк, да? Поздняк метаться. Так, стоп, левел ап. Элиза, ты у нас... скорость движения тебе бы поднять... ритуалы, священное оружие, здоровье, кстати. У тебя скорость работы минус 15, скорость движения минус 5. Можно экипировать редкая темная броня, прекрасно. Скорость строительства плюс 20. У тебя движение, работа, урон, урон, скорость ухода за фермой, нет. Инструменты. Урон инструментами? Механик. Ты у нас вообще чем занимаешься в хате? А, ты полностью бесполезная, ё-моё, точно. Абсолютно причем. Давай механика тебе возьмем. Как у тебя теперь? Все равно все хреново.
Ну ладно. Хотя бы так. Так, вот наша великолепная четверка. Можно вам бинокли поставить? Ага, хрен, только на базе. Вот тут бинокли бы им понадобились. Я надеюсь на то, что я сейчас угадаю с местом. Жалко, что я добывать тут ничего не могу. Было бы прикольно. О, мы нашли человечка. Эрик, давай, вперед. Так, эти двое будут вот здесь. Ты будешь вот здесь. Стоп, нет, ты сюда. Они сверху не подойдут, а ты сюда. Стоять. Давай, доставай ее из клетки. Так, все целы? Вроде да. Аида. Ремесленник. Скорость производства. О, вот он мой ремесленничек. Валим. А вот и мой ремесленничек. Супер. Главное, чтобы никакие твари сейчас не полезли, а то он с кулаками на него пойдет. А я этого не хочу. Совсем. Но они свалить успеют, скорее всего, все. Главное, чтобы Аида выжила. Она охрененный ремесленник. Просто превосходный. Так. Нет, конечно же, мы туда не пойдем. Давайте вниз сгуляем. Осмотрим территорию. Нас, правда, напасть могут. О, шерсть есть. Нет, слишком люто. Нет, нет. Да. Рискнем, что ли? Как у нас по хпшке вообще у ребят? Да, неплохо. Автобой. Ну, неплохо. Так. Ну, раз этих одолели, то и этих одолеем. Я уверен прям. А-а-а! Все, на базу. Чего, кстати, там надыбали? 40 лома, 30 еды, 25 серы. Сера тоже там в дальнейшем для чего-то пригодится. Не помню для чего. Так, Аида, добро пожаловать. Стоп, ты у нас... Подожди, у тебя вообще в навыках только строительство. Я тебе лук возьму, потому что дальник это хорошо. Ну, щит я тебе брать не буду. Так, приоритеты. Производство. Так, вот так вот делаем. Сейчас еще наши придут. Аида будет чисто на производстве. А, нет, стоп. Не чисто прям производство, а после производства ты будешь также помогать на ферме, когда нечего делать, и заниматься поисками. Как раз таки. У нас опять дерево кончилось? Нет, дерево есть. А вот камня нету. Ну, камня нету, добывайте что. Тут вон я отмечал вам. Все, что вам добыть надо. Так, производство. Доспехи. Доспехи на всех есть. Плюс 2. Торгаш пришел. Ну вот, другое дело. Здорово, гад. На, держи. 2 бинокля. 1 лук. 2 вот этих. Щиты я продавать. Уклонение плюс 8. В принципе. Ну, сейчас посмотрим, на что мы его обменяем. На медь. Нет. Еды у нас нормально, воды у нас нормально. О, аркебуза. Прикольно. Сообщение в бутылке, вернее, необходимо. Так, используй, чтобы найти выжившего. Нет, спасибо. Здоровье плюс 15%. Нет. О, маскировочный костюм. Здоровье плюс 120. Уклонение 40, защита 0. Дальность обзора плюс 1. Оружие снайперка. Скорость атаки плюс 10. Идеальная штука для снайпера. Просто идеально. Святая вода не нужна. Можно аркебузу взять. Урон 29. У нашего лука урон 15. Неплохо. Скорость движения минус 10, правда. Теги, винтовка. Ну, не будем ничего пока продавать, просто обменяемся. Все, лом есть, прекрасно. Исследования идут шикарно. Так, ну коктейли молотого нет, я лучше вот сюда буду, либо вкачаюсь. В арбалеты у нас на арбалеты что-то не будет. А, у нас смолы не будет.
Что-то сейчас негативный навык какой-то был. И исчез сразу. Медицина. Да здравствует медицина. Броня. В броню надо будет идти. Так, в здание надо будет идти. 30 дерева надо. Подождем. Максимальную скорость врубим. Так, не пойдет, не пойдет. Пойдет. Хавки валом. Просто валом хавки. Где она у нас, кстати, вся? Да, хавка до бесконечности пусть производится. Хотя нет, давайте на сколько поселений? Давайте 300 сделаем. Максимум. Нет. О. Спать надо кому-то. А чё, кровать что ли занята? А, Ильёй. Ну, шерсть нужна, шерсть. Блин, забыл про шерсть. Овцы, овцы, наконец-то. Так, давайте здесь две овцефермы построим. О, строитель наш. А, нет, стоп, это Эрик. А Эрик производитель-строитель. Главное, производитель. Вот она, моя умничка. Опять спать кому-то хочется. Ну, уже спит. Опять спать кому-то хочется. Кто там на этот раз? Ну, братан, пойми, я не могу ничем тебе помочь. А, могу, все, спать иди. Они так у меня сейчас все выдохнутся быстро. Level up. Да, Милана. А, здоровья у тебя мало. Но ты у нас лучница неплохая. Скорость атаки плюс 5, точность плюс 5. Луки. Но я не буду вкачиваться в лук, потому что лук это первоначальное. В дальнейшем там будет вообще все шикарно. Уклонение. Скорость патрулирования нет. Темное оружие, святое оружие, скорость ритуалов, скорость оккульта. Кстати, а ты у нас чем занимаешься? Ты добытчик и оккультистка. Ха, неплохо. Неплохо, неплохо. Добытчик и оккультистка. Давайте лучше оккульты ей поднимем. Оккульт-очки нам пригодятся. Так, где там? Скорость ритуалов, скорость оккульт исследований. Все, вперед, моя оккультисточка. А, кстати, 22 в день. Жесть. Сейчас скоро ребятки придут мстить мне. И мы щиты тут надыбали. 8 уклонения. 8... Щиты плевать, кому давать. Так, Аида. Она у нас производитель. У нас... Так, скорость ухода за фермой нет. Темное оружие, точность, дальность обзора, скорость производства. Во, скорость производства повышаем. Мне нужен нормальный производитель. Аида. Воды недостаточно? Стоять. Подождите, как у нас может быть недостаточно воды? Ты фермер и водонос. Я правильно понимаю? Ты дерево рубишь и воду таскаешь. Так дерево негде рубить. А, ну вода, все, пошла активно. Я и думаю, откуда у нас такая проблема-то, блин. Так, сделай этого тоже 200. Как и пища. Но это мы не можем сделать лимит на овощи. И здесь по 300. Овцы фермы. Кормить животных. Ну, кто-нибудь займется этим. Стоп, а у нас случаем нету какого-то там уход за животными? Так, ботаник, фермерство, фермерство. А, так, священник, выживальщик, академик. Ухаживай за фермой. А за животными ухаживать кто будет? Стоп. А, кто-то идет. Рональд. А ты, Рональд, у нас кто? А, ты фермер. Все, поздравляю. Спать хочешь, ты иди спи. Разведка. Мать, разведка. Level up. Так, уклонение. Невидимость, скрытность базы. 20 стало, было 22. Идите, нам... Кто там хоть? Ёперный театр. Так, стоять. Отряд, отряд Дельта. Милану возьмем с собой. Пятером-то мы их одолеем.
Стоять. Тихо. Шмальните вы в него быстрей. Все. Молодцы. Теперь на... так, что там? Думаю, вы справитесь. Такой-то армии. На автобое даже. Молодцы. Так, стоять. О, еда. Еда нужна. Еда нужна. А, так, стрелы да не очень. Это пока нет. Ну, пока что вот это и вот это. Они справятся, я в них верю. Этому нашему ближнику достается нехило. Но у него уклонение неплохо. Блин, вот тут вот может быть жопа. Нет? Жопы нету. Так, что у вас в инвентаре? Шкура одна, ну неплохо. Все, идите на базу. Так, сейчас мои ребятки придут. У меня все увеличится. Да, все, все прокачалось, прекрасно. Фермерство, как там? Опять кормить? Да нет, пусть они сами этим занимаются. Что у меня по шерсти вообще? Шерсти нет. Так, аптеки. А, там моя прелесть. Так, а по броне у нас все нормально. Сделайте мне две и два, и один лук хотя бы. Ну, может, дубинку одну. Чтобы мы, хотя бы было чем барыжить в данный момент. А, так, производство. Обеденный стол, это у нас дерева не хватает. Кстати говоря, опять дерева не хватает. Опять не хватает дерева. Ускоряемся. Кто у меня лесоруб? Лесоруб у меня один всего лишь. Помогай ему с лесом. О, шерсть сейчас пойдет, да? Или это он кормит именно? Шерсть плюс 10. Оу, oh, yeah. Так. Это нормально. Это нормально. Это нормально. Так. Давай еще 10 шерсти мне. Я знаю. У всех, все спать хотят. Сейчас производство шерсти вырастет, и все будет идеально. Так. Ну, как только мы это все вырубим, добудем все, у нас останется только шахты. Единственным, чем они будут заниматься, это производством. А мы уже будем лутать всю карту. Но заметность базы все равно 20 в день. Опа, воды не хватает. А, черт. Так, Максимка, давай-ка ты по воде у нас больше будешь мастер. Да, приготовиться к бою, я знаю. И воды давай не 200, а 300. Так же, как и еды. Так, у всех есть оружие. Как у вас, у тебя по щитам? Броня-то у всех есть? Да, броня, луки, все у всех есть. Пока что луки, в дальнейшем уже будет вообще веселуха. Да, я знаю, нападение начинается. С двух сторон прут. Особенно гончие прут. Так, у нас укрытий никаких нету. Ты сюда, стоять. Минус. Выйди-ка сюда, если этот сейчас ушлепок сюда на нас нападет. Все, замудохали всех. А-а-а, молодцы. Так, все, ребятки, продолжаем. А, что? Я уже испугался, думал, им делать нечего. Да, с водой, конечно, проблем. Но в дальнейшем это все как бы уйдет на задний план.
Потому что у нас там будет... О, кстати, щиты могу сделать. Щитов. Две кровати есть. Третью пока недоступно. 223 очка. О, да, детка. Во, вот это надо вкачать. Скорость рубки, скорость сбора ресурсов. Требуется помощь. Сейчас поможем, не переживайте. Добыча, копание, сбор воды плюс 10. Идеальный просто навык. Давайте ускоримся. Еще сколько там? 13 очков исследований надо. Давай, давай, давай. Я в тебя верю. Потом пойдем спасать человечка. Потому что в дальнейшем у нас все будет идеально. С этим. Ну, вроде есть еще один баф такой, где-то. Где-то баф такой еще есть. О, вот это вообще лютая штука. Создание металлов, переплавка из одного в другое. Где-то у нас еще что-то было очень топовое. Ну, походу, не здесь. Все, поздравляю вас. Так, теперь погнали на карту спасать выжившего. Надеюсь, это не бесполезный чувак. Кто там вообще? О, там две гончих и... Две гончих и маленький демон. Ну, демон не страшно, а вот гончие отвратительные. И на обратном пути еще вот эти гнезда зачистим. Такс. Нас пятеро? Четверо? Ладно. Тихо. Хреново. Рональда покоцали. Так, мы убили всех, осталось только девку найти. Или мужика, не знаю, кто это точно. Стоп. Блин, я боюсь, он сдохнет. Сейчас мы скиллуху заюзаем, а потом только будем будем это... Да где она? А, вот она. Ну, хреновое место. Так, кто у нас лекарь? Ты? Давай, весь отряд. Я в тебя верю. Не, ну вряд ли они отсюда, конечно, пойдут. Да, у гончих, конечно, урон лютый. Так, отходи. Да, скиллухи, блин. Один ход. Все. Е-бой. Так, валим. Кого мы взяли? Инига. Что за Инига? Фермер. Ну ладно, хрен с ним. Подойдет фермер. Хотя не сильно ты радует меня это. Ну, мне бы кого-нибудь другого. Шахтера, например, неплохого. Потому что как только изучим шахты, надо будет прям люто все это делать. Да, покоцанные ребятки. Так, что у нас здесь? О, кирпичики, а нет, там жнецы. Давайте-ка отрядом прогуляемся немного. Осмотримся тут. Чем дальше от базы, естественно, тем сильнее враги. Но нам надо еще какую-то хрень найти оккультную. Так, нет, нет, нет. О, пойдем сюда. Я думаю, автобоя будет достаточно. Мне бы еще танка, конечно, одного создать. Так. Угу. Не, с гончими просто так не справишься. А мы еще даже другой биом не нашли. О, нашли. Водичку нашли. Давайте-ка попробуем вот эту зачистить локацию. Да, зеленый биом пошел. Что это за звук был? Как будто кто-то прокачался. Ну, шерсти, еды немного, неплохо. Так, все, у нас все производится. Еда идет, фрукты, овощи идут, воды нету. Сейчас будет, не переживайте. Так. Здравствуй, друг мой. На, держи тебе дубинку, на тебе броньку. И щиты я тебе не дам. Так, тебе щит надо дать. Тебе щит надо дать. И... Да давай ей щит дадим, что ли.
Так, смотрим, чем ты у нас вообще в поселении будешь заниматься. Ты у нас по приоритетам фермер, что неплохо. Ты производитель, тогда вот так вот сделаем. А, кстати говоря... Нет, стоп. Кстати говоря, луки. Нет, кровати надо построить. Чисто кровати и медкровати. Или я не изучил медицину? Изучил. А, 15 шерсти надо, ладно. А это место для тренировки боевых навыков. Ну, такое себе, если честно. Это нам вообще пока не нужно. Главное сейчас насобирать все. 4 кровати на 2, 4, 6, 8 человек вполне хватит. А вот нехватка воды, это плохо. Как только он добьет, он пойдет собирать дерево. Ну, помогать, точнее, собирать дерево. Может, его и так насобирали уже. Давайте добычей. Кровище тут везде, вот это меня, конечно, немного напрягает. Так, level up. Значит, ты у нас еще скорость производства на 30, 110. О, да, детка. Так, камушек. Камушек-то заканчивается. Черт. А камушка у нас на складе 72. А, 72 камня. Глины 59. Неплохо. Пусть собирают. Так, вот это тоже вырубите. Уже надо расширяться вокруг вот этого места. О, торгаш пришел. Здорово, брат. Что у тебя есть на продажу? На, держи. Мы для тебя как раз броню делали. Ага. О, есть гвоздометик. Ну, 16 урона. Не, фигня. Бита фигня. А, навыки сброс фигня. Бронька. 95 здоровья. Да фигня, в принципе. Вся фигня. Да, одна фигня тут пока что. Питьевая вода. Да, нет, это все мне не надо. Забирай. А, нам лом нужен как раз. На что-то более стоящее. Мы не нажали торг. Извиняюсь. Вот так вот. А на более стоящее что-то нужно будет. Лом. Да, кстати, как у тебя тут дела идут? Строитель ты несчастный. Главное, что они вырубают деревья. Еще один левел. О, Максимка! Сбор воды прокачиваем тебе. Ты у нас теперь вообще лютый собиратель. Еды у нас дохренища. Сколько у нас расходуется в день? 7,4 в сутки, 1,6 в сутки. Еды у нас, конечно, валом. Цена продажи. А, не, я продавать еду не буду. Так, давай щитов еще сделаем. И количество досок увеличим до 50. И кирпичиков увеличим до 40. Пригодится на баррикады и на все остальное. Так, 3 кровати. А почему... Так, кровать, место для отдыха. Они разные просто, меня это слегка напрягло. Так, как у нас тут с медом? Дерево нужно. Добываем дерево. Воды 101, надо 300 вроде. Ну, пусть добывается. Ночной вой, блин, вот это плохо. Так, на закате времен цивилизация осталась в прошлом. Исчезло электронное устройство, сильно упростило сильно упрощавшее нашу жизнь. Исчезло электричество, освещение далеко ночью, улицы чуток безопаснее и в то же время мешают нам любоваться красотами далеких звезд и сияние луной. Так, да, Эрик воет на луну. Начинает все с жалкой подобии плача волчьего детеныша во время приближения. Ясно. Полную волчью песню. Бла-бла-бла. Он замоет в конце итоге. Он слишком поздно. Вой уже привлек нежелательное внимание. Вы обнаружили несколько существ, направляющих в вашу сторону базы. Атака неизбежна. Приготовьтесь. Херово. Ночной вой. На карте их нету. Они, то есть, ко мне придут через какое-то время. Блин. Лучше бы ты, блин, очки исследования мне нашел. Так, блин, вот материалы исследования уже придется. Так, враги уже здесь, я уже понял. Так, стоять. О, левелапчик. Фермерство. Поздравляю, ты еще более топовый фермер. Кто это, кстати?
А у тебя что? У тебя 175 фермерства. Ночной вой, блин. Жопа. Так. Не, стоп. Опять с трех сторон нападают. Так, и ноги. А, и нига, извиняюсь. Ты у нас скорость сбора урожая, да? А у тебя что в приоритетах стоит? Фермерство и добыча. Вот так вот тебе сделаем. Что тебе вкачать? Скорость исследований, механическое оружие, скорость оккульт исследований 20, скорость производства, точность, дальность обзора, темное оружие. О, уклонение плюс 3. Да, пойдем в это. Угу. Чем мы нашли? Серы. О, эктоплазма. Это как раз таки из жнецов. Так, неуловимые желания несовместимы. Так, несомненно вернется, и все станет еще хуже. Эрик, мы должны что-то с этим сделать. 100 оккульт исследований очков надо. Я знаю. Заметность базы плюс 10. Это хреново. Кто у нас оккультист главный? Что? Простите. Давайте оккультом быстро заниматься. Мне 100 очков надо. Иначе вот эта хрень пополнится просто быстро. А каждый раз воевать я не горю желанием. Все, оккульт исследования пошли очки. Да, придется потратить. Иначе это будет жопа. Было 32, уже 38. Дойдет до сотки, нам ГГ. Ну, не ГГ, просто армия придет. Не знаю, можно ли застроить полностью базу, кстати говоря. Смысла в этом, в принципе-то, и нету. Я строил раньше мешки по всей базе, потому что никто через мешки пройти не может. Ни наши, ни эти. А вот, также ставил шипы. Ну, смотрите, тут как бы, в принципе, плевать. Ставишь ты мешок, укрытие 40. Тут вот укрытие 60 просто. Размер у них одинаковый. То есть они производятся тут из шерсти, тут из кирпича. Вот я выстраивал вокруг базы как раз-таки шипы, и у меня все было идеально. Так, лазарет поставим. Сколько оккульт очков уже? 52? А, там вот показывается. Надо сотку быстрее копить. Ой, быстрее копить сотку. Ребята, давайте, я вас верю. Надо избавиться от этой хрени. Как у нас с деревом, кстати? 36, неплохо. Я сказал неплохо, но нехорошо. Они могут лучше. Элиза вот, она прокачивается вроде. Но она так себе, если честно. По всем статам. Хреновый человек, но мы ее оставим. Мы не пустим ее на мясо. Хотя, не. Ну, в смысле, отправим ее куда-то что-то исследовать, и она, на нее там нападут, и она там сдохнет. Нет, такой мы заниматься фигней не будем. Так, щиты у нас у всех есть, кроме тебя. На, держи щит. Надо вообще по-хорошему, надо идти в оружие. Это по-хорошему. Пшеница. Так. Ну ладно, давай, 84 очка. Я в тебя верю. Ты изучишь оккультисты. Тебе надо... Ты моя маленькая оккультисточка. Тебе надо прокачать, как только ты левел получишь. Срочно прокачать тебя. Ну? А, вот, ночной вой. Все, ночной вой прошел. Ваши оккультисты нашли причину угрозы. Да, все. Заметность 32. В смысле? А вы вдруг вспомнили странные завывания где-то неподалеку. Наверняка это были оборотни. Надо попробовать убедить оборотней пожертвовать немного крови для благой цели. С помощью грубой силы, конечно. В смысле?
Это что? Не, не пойду. Хрен бы с ним. Блин. Я не пойду сюда, вы чё? Тут две гончих, оборотни, четыре... Я не завалю их. Требуется помощь. Где? Вот сюда пойдем. Там я не завалю просто, я понимаю это. Я не то, что не завалю, я еще и солью. Так, кирпичики. О, вот сюда сходим обязательно потом. В пару мест. Давайте спасем еще одного человека. Блин, когда же я огнестрел получу, а? Ну, не в смысле... Стоять! Жесть. А, вот, нашли. Так, Рональд. А, значит, ты давай сюда. Ты сюда. Стоять. Ты сюда. Главное, чтобы оттуда никто не вышел. Ты здесь стой. Так, ты давай вот сюда. Не, мне нужен лекарь в первую очередь. Стоять, отбегаем. Все, спаслись, валим. Кого мы вообще спасли? Это Бруно. Брунчик, скажи, что ты топовый. Можете экипировать редкую механическую броню и оружие. О, мне прям хорошо. Оружие, точность, скорость исследований. Ой, какой он хороший, а. Блин, это первая орда только была. А вот и вторая. Так, Бруно, шел вон отсюда. Стоять всем. Стоять бояться. Атакуем. Нет, ты отвали, ты отвали. Нет, Рональд, Рональд, нет. Рональд, дружище. Валите быстрее отсюда. Нет, Рональд, за что? Блин, Рональд, брат. Минус Рональд, брат. Твою мать. О, идите сюда тогда уж. Где там, блин, было-то? Давайте уж, чё уж там. Ё-моё, Рональда просрать. Вот это жопа. Давай, автобой, вас верю. Все, теперь на базу возвращайтесь. Малыш Ронни сдох. Черт. Так, на тебе дубинку. Будешь вторым малышом Ронни. Слушай, а что, все броня нам вернулась, что ли? Да не, вряд ли. Вряд ли, вряд ли. Приоритеты. Ронни, ты исследователь? Нет, ты шахтер у нас. И еще производитель. Вот в таком порядке. Черт. Минус Ронни. Бедный, бедный Ронни. Он был таким молодым. Он был таким молодым и юным. Ну ладно, мы переживем эту утрату. К сожалению, к моему величайшему сожалению, Ронни погиб. Его уже не вернуть. Так, что мы построить? Да ничего построить не можем. Что мы можем исследовать в основе? В основе дальше броня идет. И потом вот это вот все. Так, в производстве. Нужна книжка. В оружии тоже нужна книжка. Арбалет. Для арбалета нужно то, чего у нас нету. Кстати. А у нас даже нету того, что нам надо. Тело выжившего. О, священники с определенными навыками могут похоронить его. У меня таких пока, ребят, нету. Пока что. Ускоримся, давайте смотреть, как у нас тут дела идут. Немного, немного, мало. Так. Больше овощей сделаем. Чтобы было. Чтобы было. И, наверное, еще одну ферму с овцами. Где она у нас? А, пшеницы не хватает.
там негативный эффект был кому-то. Так, что у нас тут? Теперь... Да гребаные коктейли. Блин, без этого дальше мы никак не пройдем. Все, мы застопорились. Нужно развиваться в оружие, а у нас его нету. Ну, давай вот в арбалет разовьемся. Ну, коктейли я не буду создавать. Да и зря я... Я не могу отменить его никак. Никак. Урон неплохой, но смолы нету. А смола находится только в лесу. А до лесного биома мы, ну, мы не дойдем. Ну, мы дойдем, я не спорю. Так, торгаш пришел. Вот он, лесной биом. Но там нам наваляют. О, да ладно. Скажи, что нам хватит. Жалко, луки не могу продать. Так. Скорость атаки 5, скорость атаки 3. Дальность 5, дальность 7. Точность 84, точность 84. УВС 10,7. Дальность... Так, о, способность. Пригвоздить, дальность 8, цель, враги. А тут никакой нету способности. Длительность 10 секунд, скорость движения минус 7. Использовай. Нет, 2. Тип пистолет, инструменты. Купить, может быть, и кому-то дать из наших. Это что, получить 100 очков оккульт исследования? Оккульт исследования я не буду пока. А может, книжка у него есть? Нет, книжки у него нету. Пехли я тоже покупать не хочу. Да мне и на него и не хватит. Ладно, хрен с этим гвоздометом. Да, блин, бедный-бедный малый. Как его жалко. О, враги приближаются. Ладно, давайте отбивать последнюю орду. Так, стоп. Ненавижу этих ребят. Главное танков вперед расставить. А если я вот сюда дойду? Ты не думал, что ты до меня не достанешь? А я вот до тебя достану. Ну вот, как-то так. Ну что ж, мы отбили еще одну орду, но у нас 32 в день. Бесит. Торгашу нам продать все равно уже нечего. Кирпичи есть, все есть. Осталось теперь найти книжку. Первую книжку, которую мы найдем на карте. Отрядом нашим. Библиотека. Это нет, это не библиотека. А книжки у нас есть, кстати, в поиске? Нет, в поиске книжки нету, потому что мы еще не находили ни одну. Давайте ускоримся и пробежимся вот сюда. Стычка. Да, кстати, один демон всего. Идеально. Так, нет, вернитесь обратно. Мне надо, чтобы они вернулись, потому что я хочу отряд увеличить. Так, отряд увеличить. Так. Нам нужны ближники. А, давайте двоих возьмем. Максимум 5. Одного. Ну, все. Так, пойдемте быстренько. Сейчас я прогуляюсь вот сюда. Посмотрю, что там есть. Тут оборотни стоят. Мы с ними не справимся, мне кажется. Мы сольем просто всех. Так, вот зеленый биом. Там библиотека должна быть. Так, здесь кастрики. О, смола. Наконец-то. Кто ее охраняет? Да, думаю, справимся. Давайте сохранимся только для начала. Кастриков тут много. Так, магазины, кастрики. О, вот тут вот полегче будет. Требуется помощь. Да ё-моё. Мы уже потеряли одного.
Больше мы не потеряем никого. Супер. Так. Тут вода уже начала. Где библиотеки-то? Level up. Так, Бруно. Бруно у нас по механическим вещам, да? Инструменты, урон плюс 10. А у тебя механическое оружие. Точность. Так, скорость добычи. Уклонение. Давайте уклонение плюс 3, потом пойдем дальше. Так же, как и с этим. Это что? Так, нашли мы книгу? Нет, пока что книга... Это что такое? Особые локации, где? А, ясно. Ясно, ясно. Спасибо, не надо. Надо найти библиотеку, чтобы можно было там закупиться. Что в домике есть? Нет, спасибо. Ну что, где хотя бы одна библиотека-то? Наши там еще не друг друга жрать не стали. Блин, нужна срочно библиотека. Как дела идут? Все плохо. О, нашел. Нашел? Нашел, нашел, нашел. Вот она. Ёб твою. Суккуб, одержимый и призрак. Давайте на карту вернемся. Сохранимся и попытаемся автобоем затащить. Если не прокатит, значит не судьба. Нам нужна хотя бы одна книжка. Вперед. Именно автобоем. Я так не пойду. Мне не хочется. Да! Ебой! Книжка. Супер. Все, на базу. Быстро, быстро, быстро на базу. Книжка одна. Да, мы продолжим исследование. Ну что ж, ну а исследование мы уже продолжим в следующей серии. Как раз таки мы изучили арбалет. У нас есть смола. Ребятки ее тащат. А вот брони... Да, арбалет, хотя бы один арбалет. Ну, у него урон 22, здесь 15, а скорость атаки у них одинаковая. Тут дальность 5, тут дальность 7. Оп, и еще левел кто-то апнул. Милана, что это у нас? Скорость оккульт исследований, поздравляю. Ты у нас моя лютая милая оккультисточка. Прекрасненько, просто прекрасненько. Арбалет мы потом кому-нибудь отдадим. О, уже. Так, у кого там на луке? Стоп, нет, у кого на луке? Неплохой баф. А, вот, у тебя как раз. Ну, вот, держи тебе арбалет. Нет, стоп, как раз-таки наоборот. Вот тебе держи арбалет. Ё-моё. Во. Ну что ж, на этом мы тогда пока что закончим. Продолжим уже в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.